Как и в любой вечер, в этом зале аншлаг. Без полного зала зрителей за 20 лет работы Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова, кажется, не обошелся ни один спектакль. Поздравить коллектив с юбилеем собрались любители его творчества, многочисленные друзья и единомышленники. Среди поклонников творчества театра танца и глава города Михаил Развожаев. Это единственный в мире театр, который свое творчество основывает на лексиконе бального танца. Мне особенно приятно, это сейчас, наверное, сложно поверить, но когда я был школьником, со 2 по 11 класс я занимался бальными танцами. Поэтому прекрасно понимаю, что такое чувство паркета, какое-то замечательное вообще действие, которое наполняет душу танцоров и тех, кто смотрит за их искусственной радостью. В программе вечера лучшие номера, которые появлялись в репертуаре театра танцев в разные времена. Реализовали артисты совместную задумку со своими друзьями, коллективом ансамбля «Песни и пляски Черноморского флота». Пришла такая совершенно безумная идея поменяться местами и отдать возможность танцевать вальс артистам балета ансамбля Черноморского флота, а наш флотский номер станцевать артистам Севастопольского академического театра танца. Решили попробовать, получится, не получится, но сразу стало понятно с первой репетиции, что проект состоится, потому что ребята с таким воодушевлением приняли эту идею. А когда еще им сказал о том, что ну давайте уделаем черноморцев по полной схеме, вот, они просто с радостью такой, на таком драйве, на хорошем запале, с такой мощной достаточно энергетикой, с первой же репетиции стали принимать движение и... По сути, мы номер сделали за 2 репетиции. Идеально отточенные постановки театра танца – результат ежедневной тщательной работы коллектива. Сегодня в нем больше 50 артистов. Вместе объездили с гастролями Европу и Азию, становились победителями многих международных соревнований. Но танцевать в свой юбилейный вечер, говорят, еще как волнительно. Что видит зритель, на самом деле, это лишь вершина айсберга. Проделана большая работа по подготовке к этому юбилею. Спасибо всем за поздравления, и мы готовы для всех творить. Спасибо, что нас поздравляют и другие коллективы, и так много, полный зал, мы второй день танцуем. Полный зал, и для нас это что-то нечто, гордость, и желаем творить дальше. Для меня сегодня очень такой торжественный, важный концерт, потому что я отработала здесь 20 лет, с самого основания театра. Меня переполняют эмоции, на самом деле, мурашки по коже, потому что, честно говоря, не верится, что прошло уже 20 лет в любимых стенах театра. Празднование 20-летия совпало и с официальным закрытием Всероссийского года театра. Он для Севастопольского театра танца выдался насыщенным. Непрерывная череда спектаклей, гастроли, премьеры. Не хочется, чтобы он заканчивался. Вот. И очень хорошо, что два празднования в одном, потому что вроде слово «закрытие» как бы говорит о каком-то финише, но нет, юбилей, настрой, энергетика от артистов говорит о том, что праздник не заканчивается, и искусство театра, оно будет продолжать радовать севастопольцев и последующие годы. Юлия Бауськова, Максим Давыдов, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.